Крупнейшие компании в сфере дорожного строительства Республики Башкир-Автодор намерены привлечь почти 500 000 000 рублей кредитов. Деньги нужны, чтобы поддержать текущую работу и погасить имеющиеся задолженности перед банками. Госкомпания привлекает деньги на 12 месяцев по ставке не выше 20% годовых. Как пишет Интерфакс, рассмотреть ценовые предложения участников предприятия планируют сегодня. Ранее сообщалось, что в этом году Башкир-Автодор уже брал займы у Газпромбанка и ВТБ на аналогичные цели в сумме 100 и 350 миллионов рублей соответственно. Отмечу, что в текущем году компания получила 142 госконтракта на строительство и ремонт дорог в республике почти на 7,5 миллиардов рублей.